Нелегко в этот день было всем танкам. Многие привезли на броне осколки кумулятивных гранат или сработавшие блоки динамической защиты. В результате большинство зданий опорного пункта было очищено, а оставшиеся боевики окружены в многоэтажном доме. По верхним этажам работали БМП и пехота, а по нижним – танки. Освободить этот дом не удалось. Когда у боевиков не осталось шансов защитить его, впрочем, лучше один раз увидеть. Задача танковому взводу сегодня – поддержать огнем продвижение пехоты. Под прикрытием танков пехотинцы смогли отбить у террористов 4 многоэтажных дома, нанося потери противнику.